нету государства. Вот. Я когда с этими анархистами встретился и им рассказал, что мы хотим выступать на левом фестивале, они, короче, говорят: да ты что, офигел, чувак, это организовывают леваки, которые сидят в правительстве, а мы анархисты, мы против любой власти, против любого правительства. То есть для них сотрудничать с любыми институтами власти, даже если там за коммунизм, социализм, за социальную справедливость, за мигрантов и так далее, это большой, что называется, зашквар и позор. Вот. Они говорят: мы ни с какими, ни плохое, ни хорошее правительство нам не нужно. Мы против любой власти, любого правительства. Мы антифа, ультрас там и все такое, короче. Вот такое как бы противопоставление анархистов, которые не являются организацией, не являются партией. То есть вот есть вот значки «автономное действие».